вот сейчас более-менее сухо. А когда вода бежит по дороге, то... Не пройдешь, да? Не пройдешь. Жители улицы Хакимова областного центра не раз обращались в разные инстанции. Их асфальт не ремонтировался очень давно, и неизвестно, будет ли ремонтироваться вообще. В 200 метрах улица Одесская. Ее за последние 10 лет полностью перекладывали дважды. Здесь, конечно, нет такого интенсивного движения, как по улице соседки, но ведь и дороги здесь, считай, нет. Ну как качество дорожного покрытия? Тут нет никакого качества. Все в рытвинах, все разбито. Наверное, асфальт куда-то делся. На фоне растущего дорожного благосостояния горожан, живущих на центральных улицах, большинство дорог частного сектора выглядит по-прежнему убого. Хотя и здесь в последние годы сдвиг к лучшему налицо. Капитально сделанных дорог уже десятки. Но люди живут сегодняшним днем, потому хотят дорог здесь и сейчас, там, где находится их дом.